правительство России на развитие сельских территорий республики направит 282 с лишним миллионов рублей. В этом году Ингушетии из федерального бюджета выделено около 200 миллионов рублей, а в 2024 на эти цели региону дополнительно выделят еще 73 с лишним миллиона. Эти средства пойдут в том числе на социальные выплаты для приобретения жилья. Таким образом, в 2023-2025 годах семьи, проживающие в сельской местности, смогут улучшить свои жилищные условия. Кроме того, дополнительное федеральное финансирование позволит ускорить реализацию проектов комплексного развития сельских территорий, в результате которой в регионе появятся новые объекты образования и культуры, а также обновленные инженерные коммуникации.